За чистую Самару. Общественное движение под таким названием в ближайшее время может появиться в областной столице. В него войдут все неравнодушные самарцы, которые готовы помочь сделать город еще чище и благоустроеннее. Глава администрации Олег Фурсов предложил председателю Совета Зеленой Лиги Сергею Симаку активнее привлекать в новую организацию молодежь. Ребята очень сильно заряжены на позитив. Вот. Но нет какой-то вот направляющей, которая могла бы мобилизовать их энергию на развитие города. И вот если такая инициатива вышла, там, за чистую Самару, давайте я думаю, что мы бы оказали со своей стороны поддержку. Особого внимания требуют и леса. Ежегодно на территории лесных зон инспекторы Департамента благоустройства и экологии находят несанкционированные свалки. Выставить охрану есть возможность далеко не везде, поэтому помощь инициативных групп здесь может быть полезна. Потому что терпеть, конечно, уже невозможно, когда просто возят тоннами, десятками тысяч тонн мусор, сваливают в зеленых зонах. Ну, договорились и фотоловушки ставить, в некоторых местах мы ставим будки с охраной. Но это не решение вопроса. Должна быть просто обстановка нетерпимости создана в отношении этих людей. О них должна знать общественность, они должны быть показаны по телевизору. У нас Зеленая Лига вообще организация сетевая, в ее составе около 30 других организаций разных, часть из которых тоже занимается волонтерской работой. В этом году мы планируем эту работу усилить очень сильно. Экологов беспокоит не только мусор на улицах. Немало неприятностей доставляют безнадзорные животные. С этой проблемой усиленно борются уже несколько лет, но полностью решить вопрос пока не удалось. Сергей Симак предложил новый подход. Нам надо перейти от охоты на бездомных собак к обслуживанию территорий, к полному тотальному контролю участков, выделов, на которых будут люди, отвечающие за то, чтобы на этой территории не было ни одной нестерилизованной собаки. Глава администрации инициативу поддержал. Мэр поручил руководителю Департамента благоустройства и экологии более детально проработать этот вариант решения проблемы безнадзорных животных. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События.